Сегодня мы с вами на канале Супер Развлекательный. Мы и, конечно же, мяу-мяу-мяу, злобные котики. Или добрые котики, а злобные все-таки собачки. Да, я что-то запуталась. Мне кажется, что поможет разгадать эту загадку замечательная игра Battle Cats. Друзья, если вы ее любите, тогда бегом вместе со мной и играть, играть, играть и еще раз играть. Итак, чего день грядущий нам готовит? Ну, конечно же, какой-то бонус. Я так и знала, что будет много бонусов. Очень-очень много классненького. Вот смотрите, сейчас опять все будет закрываться. Билетики. Эта игра такая щедрая. Я ее просто обожаю. Вот честное слово. Так, и золотой билетик, конечно же. Посмотрим, посмотрим, что же мне такое припало. О! Сегодня, в принципе, не так и много. Давайте открывать билетики. Мне это нравится всегда. Никогда не знаю, что попадется. Может, новый котик? А, нет. Это улучшение для котика, которого мы уже с вами испробовали в прошлый раз. Так, ну а теперь я думаю, что пора заглянуть в золотой билетик. Может быть, там будет новый котик. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, 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 новый, 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 новый. Ого, это, кажется, не котик. Друзья, это что это? Друзья, что это вообще такое непонятное? Что это за мумия такая? Ого, да еще и на кресле, на собачьем. Ого, я даже боюсь себе представить, что это может быть. Давайте зайдем в холодильник и посмотрим, а ведь действительно летает это что-то. Так, я собираюсь использовать вначале этого котика, прокачивать его плюс один, а теперь вот эту вот мумию летающую. Квин Рейка, королева, какая-то королева. О, мистическая королева, это, конечно, нечто. Так, New Cat, yes, я его открываю. И где же я теперь его найду, друзья? Ой-ой-ой-ой, мне чего-то кажется, что здесь пахнет жареным. О, Anime Cute, что это значит? Давайте зайдем. Так, а что здесь нужно делать? Эй! А, это, наверное, те, кто у меня уже попался. Вот, смотрите, какие монстры. Значит, бегемот, свинюшка, пингвинчики вот эти. А, конечно же, горилла. Мне попался баранчик, а дальше неизвестно. Будем играть и узнавать. Так, но мне это сейчас не интересно. Мне интересно найти моего новенького. Это кто? Это новый котик, смотрите. О, динозавр, кот-динозавр, он огнем просто пуляет, вы представляете? Это обычный котик, между прочим, и хотелось бы его взять с собой в команду. Ладно, мы на него еще посмотрим. А у меня тут еще есть новенький, только вот где? Я не знаю, где. Так, здесь у меня все старенькие. Так, а здесь тоже все старенькие. Ну же, котик-обормотик. Ты где? Ты где? Это королева котов или королева чего там? Не понимаю я чего. Ого, вот она, смотрите. Обалдеть, это просто нечто. Я никогда такого не видела, ужас. Так, ладно, надеюсь, что она очень крутая. И, скорее всего, стоит безумно, безумно дорого. Так, ладно, а мы пока что возьмем, чего у нас там новенького-то? Ну-ка, давайте посмотрим. Ничего новенького нету. Могу получить, но не получила. Зачем же тогда мне восклицательные знаки писать? Непонятно. Так, а где же мне теперь котик-то найти? Эту королеву. Она в специальных, в редких, в супер... Вот она где. Это просто невероятно. Это, наверное, самая высокая иерархия. Я не представляю, как это может быть. Так, но прокачать я ее не могу. У меня ХП 335, вообще нереально мало. Но зато
я могу взять ее себе в команду. Я даже вообще ничего прокачать не могу, представляете? Я лучше соберу своих новых котиков в команду. Во-первых, я хочу кого-то сейчас выложить. Вот, наверное, я вот этого вот стрелка выложу. А вместо него возьму обычного динозаврика. Вот он у меня. Так, вместо стрелка... Ну, меняйтесь местами. Во! Ого! Он 1000 стоит, представляете? Вообще нереально дорого. Это я, конечно, круто поменялась, честно вам скажу. Ну ладно, была не была, 1000 и 1000, стоит попробовать. Но теперь у меня вот что. Как мне ее взять? Она 3320. А, дру, это вообще реально? Я набираю такую сумму. Это что-то нечто. Ну ладно, и кого же мне оставить? Давайте вот этого дорогого оставим, а вместо нее супер, да, вместо него супер дорогую положим. Так, давай. Вот. А теперь бы мне башенку прокачать, иначе я, по-моему, ее и не выпущу. Только прокачивать у меня нечего, у меня хп вообще нету. Все, иду в сражение. Старт. Наберу хоть немножечко и выпущу эту королеву. Посмотрим, что это за чудо такое. А у меня Турция. Ну, давайте будем в Турции сражаться. Атака. О, надеюсь, что повезет. Очень надеюсь. Ну, погнали. Так, что тут за турецкий? Ого, сразу. Ребят, вы что? Я не успела даже вообще прокачаться. Мне даже коты не набираются. А, надо было все-таки мелких котиков поставлять. Значит, у меня вообще никого, у меня ничего не успевает набраться. Все, кажется, успеет. Мне хотя бы с топором выпустить одного. Давай, 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 прока... А, вот, видите, уже 1000, то есть за 1000 я уже могу кого-то выпустить. Ну что ж, давайте я буду еще прокачивать и смотреть, могу ли я 3 с чем-то набрать. Потому что вот ей надо 3320, это вообще нереальная сумма. Не, по-моему, не смогу, мне надо еще башню прокачивать. 1500, нет, вообще нереально, друзья, я ее не смогу выпустить. Зато я смогу выпустить дракончика, это уже очень клево. Ну идите сюда, мы вам еще одного вот такого вот оттолкнем вас немножечко. Так, мне надо набирать 6-й, побыстрее, побыстрее, 1700. Нет, ничего не выйдет, ребята, вообще ничего не выйдет. Вот я набираю 8-й левел и все, наверное. Ого, здесь уже просто жара начинается. Ну что ж, я не боюсь, вы знаете, вообще никак не боюсь. Я прокачиваюсь до максимума, максимум у нас составляет 2250, ребята. Вот такой вот у меня максимум. Ну что ж, борец с ума пошел. Ого, ребята, выпускаем побольше и посильнее. Ничего себе, они вот сейчас быстренько прихлопнут. Мне надо очень крутой, пренепременно и прямо сейчас. Ай-яй-яй, пингвин тут, слушайте, тут все, по-моему, все кому не лень. Сейчас, борец сумо, давай, давай, я на тебя рассчитываю. Но мне надо 800, они быстро справились с моим борцом сумо. Так, мне надо 900, 900, 910, вот, все, пошел, самый сильный. Но мне его не хватит, мне надо еще хоть кто-нибудь. А, друзья, это так медленно, так, отталкиваем сразу. Вот этот толчок, это очень важно. И я хочу накопить. Скорее он один не справится. Так, все, выпускаю еще ему подмогу. И вот этого выпускаю. Мамочки, это страшилище непонятное вообще. Так, давай на 1000. Я хочу посмотреть этого дракона. Очень, вот. Пошел дракон, огнем пуляй. Давай, давай. У-ху! Зажигай. Ну-ка, еще один монстр. Ну-ка, дракон, ну что ты не пуляешь огнем? Вот, смотрите, как он классно пуляет вообще. Он очень клевый, очень реально клевый. Сейчас еще один борец идет. Да нет, ребят, вы с нами вообще никак не совладаете. Я вон выпущу всех подряд, смотрите. У-ху, и с флагом. Да-да, друзьяки, ничего вас не похотят. Смотрите, они своих выпускают и выпускают. Но я своих тоже выпускаю, реально вообще. Так, и этого выпущу. Так, все, готовлю самых крупных. Еще один борец с ума. Вот, посмотрите, этот дракон вообще мощный, вообще крутецкий. Так, самурайчик, еще один, отлично. Давайте, мои бандитики. Ха-ха, мои котики родные. Так, еще одного, наверное, дракошу мы возьмем.
Мне дракончик нравится, кстати, сказать. Ого, уже 1000, так, еще один. Смотрите, мне классно получается, ребята. Вообще прокачалась суперски. Ого, вот это коты, вот это жара тут. Вы это видели, вообще невероятно. Не, мы победим, конечно, да, без, вообще без разговоров. У меня вон оставались еще, представляете? Я могу еще одного за 1000 сейчас быстро выпустить. Смотрите, мы уже башни бьем, клево. Давай, 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 кто у меня тут еще? Да, у меня тут еще все идут, я сейчас всех вообще выпускаю. Да, ес, 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 ес. Супер, 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 это было клево. Спасибо, ребята, но мне теперь надо прокачиваться. Только я вот совсем не помню, где это делать. Так, а что это за кэт? Что они говорят вообще? Я что, должна что-то кормить? Я вообще не понимаю, что они пишут. Друзья, подписчики, напишите мне, пожалуйста, на русском. Я не понимаю вообще, что они такое пишут. Нигде восклицательных знаков вроде нету. Давайте будем что-то делать, что-то прокачивать. Так, во-первых, у меня вот кэт. А, это новый кэт, мне 6000 хп на него надо. Друзья, фишкэт. Да, я в курсе, но мне кое-что другое сейчас надо, вы меня простите, хочу попробовать эту дамочку, очень хочу. Я надеюсь, что мои подписчики тоже безумно хотят попробовать ее. Так, но для этого мне надо прокачаться. Так, валет, да? У нас получается валет. Ого, даже не знаю. Ну что ж, давайте попробуем. Прокачаем валет на 6. Но, по-моему, этого мало, друзья, это вот нереально мало. Мне кажется, что мне не хватит на нее, но зато мне хватит на что-то другое. А давайте пройдем еще один уровень, прокачаем еще валет, и я думаю, что мы еще сможем открыть котика. Ну, я надеюсь. Надеюсь, что это очень-очень. Итак, мы Россия. О, давайте попробуем победить Россию. Правда, ее никто не может победить, но мы постараемся. Ого, смотрите, снег идет. В России идет снег. Ого-го-го-го-го. А к нам идут сразу мощные товарищи. Они стоят прокачиваться, ребят, честно. Вот сейчас я не знаю, как от них избавиться. Вот мне надо уже кого-то выпускать. А у меня вообще никого нет. Так, кого-то, чтобы кто-то задержал. А, пожалуйста, они сейчас башню мою будут бить. Ай-яй. Ого, он сильно бьет башню. Давай, вообще лупи его. Вот так, лупи его, лупи, лупи. Вообще. Вы только посмотрите, как он мою башню лупит. Эй-гей. Он сейчас его отталкивает. Мне нужен кот-танк, ребята. Вот реально, мне нужен кот-танк. А, бей, 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 топорщик, давай, давай, защищай, ого, они вдвоем ее теперь лупят, сейчас еще третий подойдет, вы представляете, так, все, оттолчок, ничего себе, так, друзья, это, конечно, ужасно, но нужно толкать их, потому что они сейчас справятся, особенно вот этот пингвин, он вообще сейчас справится 2 секунды, их тут двое, они толкаются, давай, Сумаис немножечко их толкнет. Хорошо, давай, давай, Сумаис, давай, давай, мне хотя бы первый атак отбить. Ого, друзья, это серьезно. Так, прокачиваемся еще один Сумаис, еще один такой прыгун. Отбиваемся как можем, друзья, отбиваемся как можем. О, смотрите, мы этого Борзова, смотрите, мы его быстро побили. Но кажется, там идет еще атака. И будет кто-то посильнее, я прямо чувствую. Вот прямо чувствую, что будет кто-то посильнее. Так, ладно, выпустим еще кого-нибудь, еще одного Сумаиса. Кстати, Сумаисы держатся вообще, это самые, самый крутой такой кот-танк. Вот честное слово, я в шоке, они просто большие молодцы. Кстати, у меня уже 2400, смотрите, на 7 уровне, но, к сожалению, мне опять не хватает. Друзья, опять, вот смотрите, 8 максимальный 2700. Я думаю, что если мы еще разочек прокачаемся, то мне хватит на котов. Вот это правда. Я думаю, что мне хватит на эту кошечку, которая просто супер-пупер какая кошечка. Так, все, идет крутой дядька. Вы его так просто не побьете. Мы уже вашу башенку лупим. Ребята, никуда вам без нас вообще. Смотрите, сейчас кто-то мощный выйдет. Вот я прям чувствую, что сейчас кто-то выйдет мощный. Ну же, давай, 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 давай. Так, мне надо еще мощное, потому что я вот... О, вот он, вот этот красавчик. Вообще, он сейчас, смотрите, наших побьет быстро. Ну, а я хочу, 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 хочу вот этого котика. За 900 еще одного. Давай, отбивайся. Ого, он серьезно бьет. Так, и вот этого, наверное, вот этот очень хороший, ребята. Ого, они
просто оттолкнули всех. Держись, все, я тебе помогаю, прячешь. Вот так вот. Они вдвоем просто оттолкнули всех, ребята, вообще. И очень быстро, так с ума их. Давай, 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 давай. Ого, вот это жестоко. Они бьют вообще очень круто. Смотрите, как они побеждают. Ничего у вас не выйдет, давай. Я всех уже вообще всех. Давай, 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 Самаис. Есть, смотрите, получилось. Я дракона даже выпустить получилось. Представляете, я вообще в шоке. Хотя я не видела, обезьяны просто лупят вот этого вот со штангой. Неимоверно быстро лупят. Очень сложно побеждать, это правда. О, жалко, что самоисты прикрыли моего дракончика. Я на него никак не налюбуюсь, вот честное слово. Так, еще. Еще один самоис. Так, ну давай дракошу мне, что ли. Так, давай. Вот так вот, еще такой. Ну же, ого, вот все, пошли опять они, вот вы видите. Так, я думаю, что стоит... они сразу, смотрите, по два сразу вышли. Вообще лучше, сейчас опять придется от них избавляться. Их три штуки. Так, ну давай, самый мощный, один из самых мощных, давай. Так, отлично. Все, пошел еще один, мы башню бьем. Супер! Смотрите, да, у нас получилось, нереально, ну получилось, ребята, нереально просто. Это очень круто, это на самом деле непередаваемые ощущения. И мы идем дальше прокачиваться. Мы берем нашу башенку, где она тут эффективность, вот валет. Мы можем его прокачать? Да, мы можем его прокачать. На 7 уровень, к сожалению, только. И нам опять не хватает до котика, но я уже прямо... Честно говоря, боюсь. Я боюсь идти вообще в следующий уровень. Я этот еле-еле побила, вот честно. Но ради подписчиков я готова это сделать еще раз. Я готова пойти, хотя очень переживаю. Это Грис какой-то, не знаю, что это за Грис. Напишите мне в комментариях. Вот, а я вот думаю, чтобы такого сделать, я даже не знаю. Ого, там говорят, что будет послабее немножко. Ну, не знаю, мы как-то победили очень опасно. Но рискуем и идем в этот Грис. Не знаю, что за Грис. Ого, слишком близко. Слишком близко, ребята, реально слишком близко, я не успею. Они побьют мою башню на 15 тысяч, у меня только 10 тысяч башня. Ого, они мелкие, они побьют ее быстро. Так, а мне надо прокачиваться, представляете? Смотрите, они лупят ее со всей мочи. Скорее бы хоть кто-нибудь вышел и побил. Давай, во, отлично. Вот этот герой хорошо справляется. Но они все равно, вы посмотрите, они башни все равно бьют. Вы представляете, они просто бьют мою башню. Давай, да, о, нет, только не это. Посмотрите, они немножечко бьют башню, так что можно, в принципе, в башне потерять, но прокачаться, хорошо прокачаться. Давай, еще прокачиваемся, а этого мы откинем немножечко, давай. Так, кто у меня сильный, вот пошел, следующий, отлично, так, еще, давай, прыгай на него сверху, ну же, мне еще надо прокачка. Так, мне тем более надо посмотреть, докуда я могу прокачаться, 2800, отлично, так, еще, хоть кто-нибудь от этих мелких надо, смотрите, они вообще победили, они побили моих, вот только на это посмотрите, это же ужас просто. Так, и что это будет? 350! Еще чуть-чуть, было бы клево. Так, ладно, мы прокачиваем кого можем, вернее, вот, идет еще один самурайчик. Слушайте, самурайчик вообще очень крут, но, к сожалению, его почему-то сильно бьют. Вот это мне не нравится. Еще одного давайте самурая выпустим. И давайте уже копить на кого-то сильнее. Потому что если выйдут вот эти, это мало не покажется. Они просто ужаснейшие. Уже лупим сейчас. Ого. Ребята, мне не нравится этот приятель. Вот правда. Вот реально он мне не нравится. Я не знаю, кто с ним совладает, но он очень быстро бьет. Он за два раза всех бьет. Смотрите, может быть, вот этот вот сможет. Давай, кусанчик, давай. Ого, да, друзья, это опасно. Это очень опасно. Но мы выпускаем на подмогу, потому что сами не справимся. Давайте дракона попробуем выпустить. На 1000. Вот этого выпустим, да, хорошо. Побили, смотрите, мы его побили.
Если бы только он один был, честное слово. А, это просто ужасно, это страшно. Так, давай, мне нужен вот этот красавчик еще один, потому что он его побил, и он такой стойкий, просто невероятно. Вот этот котик-зомби, он красавчик, конечно. Так, надеюсь, что больше никто не выйдет. Очень на это надеюсь, я выпускаю всех, кого есть. И давай, 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 давай! Ну же, водите эту башню, бегом! Да, вообще красавцы, красавцы у меня! Это просто так, смотрим, смотрим. О, супер! Да, 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 да! Очки набираются. И что-то новое у меня, кажется, пооткрывалось. Давайте посмотрим, кто это. Специальные коты, смотрите, кто это. Ого! Вот коты есть, смотрите. Вообще ничего для них не надо, представляете? Ни грамма хп, чтобы открыть. Это нечто просто. И вот эти вот коты, для этого нужно отдать 90 баночек. Но мы, друзья, для этого, ну, копим. Да, я отдаю и получаю вот этих котов. Это просто нереально, я даже не знаю, что мне делать. Вот правда, ребята, не знаю. Они, конечно, все на первом уровне, но кого брать, кого оставлять, я вообще, я в шоке. И я очень хочу прокачаться, поэтому я таки буду делать. Сейчас мы хотим эту тетку попробовать. Надеюсь, что мне последний раз осталось прокачаться. Так, давайте посмотрим на мой валет. И он будет еще круче. Ой, опять мне не хватает на то, чтобы открыть котика новенького. Но ничего, я не огорчаюсь. В следующий раз обязательно хватит. Но я надеюсь, что мой валет на 8 уровне, и он сейчас прокачается. Очень хорошо прокачается. Так, давайте зайдем вот сюда. Откроем новых котов. Так, вот. Это у меня новые котики. Раз, да, супер, супер, супер. Вот бы мне хп за них давали. И вот мои новые котики 2. Это тоже крутые котики. Мне очень хочется посмотреть, как они будут действовать. Ну что ж, идемте в сражение. Только для начала, я думаю, стоит поменять. Вначале мы зайдем вот сюда, заберем свои баночки. Потратились, можно теперь и забрать. А теперь мы зайдем вот сюда и возьмем, кого-то оставим. Я не знаю, кого оставлять, мне просто все помогают. И я прямо очень расстроена. Вот это 200, это 200, вот это в первую очередь они мне помогают, конечно. Но давайте я ниндзя сейчас выложу и попробуем взять кого-то из вот этих специальных котов. Где они тут? Вот они у меня. Хотя бы одного, может они... Вот они 750, а этот вообще 330. Давайте посмотрим, кто подходит больше. Вот 350 мы поменяем. Давай, он дешевле будет. Интересно, как он будет действовать. И, конечно же, вот этот, то, что за 750. Давайте найдем... Не, я не могу оставить это. Он просто очень крут, мега крут. Так, ну кого оставить? Ну давайте ниндзя оставим, возьмем. У нас много таких маленьких стоящих котов. Я думаю, что вот ниндзя, ой, ниндзя как раз подойдет. Вот, вот так вот. А, правда, это дорого, но это того стоит. Давайте только поменяем местами вот этого сюда, а этого вот сюда. Чтобы мы знали, какие у нас есть вот коты, которые очень подешевле стоят. Вот мы их вот сюда, а этот самый дорогой, мне кажется, вот сюда, а этот подешевле. Во, вот такая вот схема. Ну, конечно, за 750 котик, он мне очень помогает, я его часто использую, поэтому мы его тоже будем впереди держать. Ну что ж, я готова сразу попробовать двух котиков и готова пойти в самый страшный уровень. Надеюсь, что мне там повезет и надеюсь, что я смогу прокачаться, вот это самое главное. Италия, ребята. О, как же это страшно, но я иду. Особенно начало очень страшное, сразу бегемот, смотрите. Так, дайте мне прокачаться, пожалуйста. Мне 200 надо, 200-240. Ну уже. О, как вначале это долго, это просто нечто. Может быть, где-то есть, где вот быстрее будет это все набираться. Но бегемот, конечно, крутой. Я вижу его силу, он молодец. Только вот... Ого, у меня что, нету этого? А где моя дорожка? Почему она не появилась? Я даже не знаю, где она сработает. Ну ладно. Бегемот пока дойдет, я думаю, что я успею кого-нибудь выставить. Так, друзья, все, идет мой
Один больше пока не прокачиваюсь. 2000. Я хочу посмотреть, может, мне повезет. 3320. Вряд ли, конечно. Ну, есть надежда. Если было 200, то точно бы уже повезло. Так, еще раз прокачка. И давайте бегемота уберем немножечко. Так. И давайте посмотрим, что у нас будет вот сейчас. Мы никого не можем уничтожить, мы с бегемотом только. Давайте еще одного сумоиста. Он хорошо, кстати, справляется с бегемотом и хорошо его задерживает. Ну и попробуем вот этих вот котов за 330. Постараемся. А, вот, смотрите, мне 5 уровень, мне надо прокачиваться. О, нет, вот сейчас нам идет беда. Беда, беда, огорчение. Но мы еще раз прокачиваемся сразу на 7. Клево. Так, и у меня еще даже остались ребята, представляете? Так, давай мне 300, я уже очень хочу попробовать вот этих новеньких котиков. 330, вот. О, господи, смотрите, какие они интересные. Так, ну-ка посмотрим, смогут ли они сразиться вообще, в принципе. Выпустим еще кого-нибудь. Так, давай, 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 давай. О, смотрите, они нам... Они выпрыгивают из штанов и напрыгивают сразу. Так, вот. Смотрим, 3600, да, мы можем эту ведьму выпустить, вы представляете? Друзья, мы можем выпустить ведьму. О, ведьму ли за волшебницу, я не знаю. Во, вот это сейчас нам даст жару, я вот прямо чувствую. Ну что ж, давайте, вон, выпрыгиваем из штанов. А, они даже выпрыгнуть не успевают. Давайте банановых попробуем. Или лучше уже не пробовать, даже не знаю. Так, сумоист тоже не справится. Ну, давайте бананы. Ну-ка, бананы, покажите мастер-класс. Ого, они быстрые, они очень быстрые. Ого, вот это они дают жару. Да, бананы, вы крутые, ребята. Вы мне нравитесь, правда. Так, давайте, набирайте. Ого, смотрите, они раз, два, и они смогли, они справились, друзья. Только сейчас, мне кажется, выйдут самые страшные. Но я хочу тоже выпустить своего самого страшного. Хотя, мне кажется, я до него не доползу просто-напросто. Давайте, бананы, бейте со всего размаха. Да, все, пошли самые страшные. Ну давай, давай, я так хочу попробовать. Нет, к сожалению, не смогу. Так, кого даже выпустить, не знаю. Этот очень быстро бьет. Вот, вот этот вот. Они придержат. И, конечно же, вот так мы оттолкнем. О, да, до бананов я, наверное, сегодня дошла. А до вот этой принцессы, наверное, не дойду. Ну, попробую, по крайней мере. Так, вот мои быстрые бананы. Дыч-дыч-дыч-дыч, вообще крутецки. Так, все, больше никого не выпускаю, жду. Ну, это просто невероятно дождаться. Это нечто. Друзья, это очень сложно, правда. Так, все, бананчики ушли? Нет, бананчики не ушли. Давайте вот этого еще выпустим. Он очень крутой, и он должен посражаться хорошо. Так, 600, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну, очень вас прошу, ну, бананы. О, смотрите, сейчас получится, все, сейчас, друзья, у меня сейчас получится. Я даже идти не буду, я сейчас, прямо сейчас выпущу отсюда вот это на то, кого мы копили все это время. Мне прямо, я уже нервничать начинаю, но мне буквально чуть-чуть осталось. Так, все, это даже хорошо, что сейчас моих уничтожат. И все, я смогла это... Ого! Друзья, это вообще реальная штуковина. Ого! Друзья, это нереально. Вот это нереально. Вот это круто. Это... У меня нет слов просто. И как она будет сражаться, интересно? Смотри... Ого! Вот это да! У кого есть такая девушка? Напишите мне в комментариях. Я даже забыла, что ей надо какую-то подмогу выпустить. Вот правда. Я сейчас всех выпускаю, вплоть до бананов. И мы все в таком, знаете, шоке. Ее бьют, смотрите. Но ее бьют очень медленно. И попробуйте ударить такую. У меня тут все просто выходят. Вот, я их всех выпускаю. И я в шоке от нее. Вот если честно, я просто в шоке. Это королева, да, на самом деле. Это просто королева. Она невероятная просто, друзья. Она невероятная. Я даже не знаю, кто ее сможет побить. И вообще реально ли это, что ее кто-то сможет побить. У меня такая армия. Друзья, у меня такая армия, что я просто в шоке, вот честно. Мы побьем за 2 раза, за 2 секунды, благодаря вот этой красавице. Она просто восхитительна. Это нечто. Нет слов, ну, конечно, мы победили. Конечно, мы победили. Очень круто, очень. И у меня новый кон, друзья. Так, я иду сюда, и это кто-то из специальных котов.
Давайте посмотрим. Он, наверное, тоже специально стоит. Да, 90 баночек. И я его, конечно же, открою обязательно. Но, дорогие подписчики, я думаю, что для начала мы с вами откроем котика, которого мы просто обязаны открыть. И он находится вот здесь. Итак, открываем. О, рыба! Фишкет! Смотрите, кот-рыба. Очень круто, очень круто. И вот еще один новый котик. И мы его тоже можем открыть. И я думаю, он достоин этого. Но, к сожалению, это титан-кот. Нет, мы не можем его открыть. У нас не хватает ХП. Поэтому, друзья, я предлагаю открыть все-таки специального кота. И после этого набрать немножечко ХП и открыть того кота, которого мы еще не видели. Да, я трачу обязательно ради моих подписчиков. Это милого котика Буги Кэт. Какой-то, наверное, танцует буги-буги. Посмотрим, я думаю, что уже в следующем выпуске. А чтобы не пропустить это потрясающее событие, открытие двух котов, и чтобы мы взяли их с собой в битву, я предлагаю подписаться на канал Супер Развлекательный и нажать колокольчик. С вами была Болтушка-Веселушка. Чао, какао!